Всем привет, с вами Информ ТВ. Владимир Пресняков и Наталья Подольская после свадьбы долго не могли завести детей. Но артисты не отчаивались, и их мечта исполнилась. У пары появилось двое сыновей. Мало того, несколько минут назад телеграм-каналы, которые следят за жизнью звезд, сообщили о том, что мечта о дочери тоже сбылась. Вот только родила девочку не Наталья, а, по слухам, суррогатная мать. У Владимира Преснякова с юности была бурная личная жизнь, чего только стоит его роман с Кристиной Орбакайте. В этих отношениях певец впервые стал отцом, но общий ребенок не сумел сохранить союз артистов. После разрыва с дочерью Пугачевой Преснякову пришлось нелегко в моральном плане. Но все изменилось после того, как в жизни музыканта появилась выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская. Вначале роман артистов состоял из частых ссор. Все осложнялось тем, что Владимир на тот момент все еще был женатым на Кристине, но уже не жил с супругой. Он тянул с тем, чтобы сделать Подольское предложение, пока певица не поставила вопрос ребром. В итоге они все-таки расписались и сыграли пышную свадьбу. Они воспитывали двоих детей, параллельно снимаясь в телевизионных шоу и записывая совместные дуэты. Около года назад Пресняков сделал заявление о том, что они мечтают стать родителями в третий раз. Судя по новостям в СМИ, их мечта сбылась. Пока что нет официальных комментариев или фотографий девочки. Как они назовут ее, тоже пока что неизвестно. Но что известно, то, что малышка появилась на свет в одной из московских клиник, и она полностью здорова. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!